Добрый день, дорогие друзья! Хочу порадовать вас новостью, что новые моторы DA95S готовы и находятся в серийном производстве. Как я уже и сообщал раньше, эти моторы полностью сменят моторы серии DA100S и DA100SL. Многие задают вопросы, почему это происходит. Ответ простой. Эти моторы имеют гораздо высший ТПД, высшую эффективность, большая скорость и больше крутящие моменты. Те, кто знаком с электромоторами, то знают, что электромоторы большего габарита имеют высшую эффективность. В нашем же случае DA90S имел эффективность выше, чем моторы DA100 габарита. Поэтому и была цель создать новые моторы. Эти новые моторы были сделаны на основе существующих китайских приводных моторов, но с заменением полностью обмоток и статора двигателя. Кстати, тесты моторов DA90S и DA100SL вы можете посмотреть по ссылке в описании. Моторы прошли тесты, независимые тесты в лаборатории завода. И, как вы видите, эти тесты проходили в очень хорошо оборудованной лаборатории и показали очень хорошие параметры. Поэтому было принято решение полностью сменить серию DA100 на серию DA95. Тем более, что этот мотор намного меньше в весе и имеет намного лучшие данные. В настоящее время эти моторы принялись на эксплуатацию заводом UP Power Motors и будут устанавливаться в ряде серийных мотоциклов. Я надеюсь, вам понравилось это сообщение. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до новых встреч. Всего хорошего!